Всем привет и добро пожаловать в город Грозный на Ахмат-арену в гости к лидеру нынешнего сезона в первой лиге, к лидеру чемпионата, к Владикавказской Алании. Мы, дорогие друзья, с вами приезжаем и сегодня посмотрим за противостоянием в рамках 14-го тура, 14 октября. Здесь, на этом стадионе, Алания принимает ленинградец из Ленинградской области. Олег Василенко, главный тренер команды Алания Владикавказ. Все, успели мы прямо к стартовому свистку сделать все необходимые протокольные вещи. И давайте смотреть за этим матчем. Павел Ботов для вас эту встречу комментирует. У мяча сейчас Эдуард Суханов. Это удар по воротам, но какой-то разбег был не слишком серьезный. Ну и по силе удара для Солдатенко он не имел никаких проблем. А вот это очень хороший пас, классная игра, пяткой момент у Алании, нужен еще пас под удар, но вот его нету, хотя все-таки удар состоялся, но здесь Зайцев достаточно легко мяч, пускай не с первого раза, но фиксирует. Хорош Маркин, обработал мяч на грудь, доставляет его до Разманова, Разманов, прострел, и вот момент опасный, посмотрите, катится футболист Ленинградца на ближнюю штангу, вот, вот буквально доли секунды мог он успеть. Удар поворотом, низом, штанга, добивание, что творит, но не справляется с третьим ударом Андрей Зайцев. И Кротов выводит Аланию вперед на 65-й минуте. Вот, пожалуйста, стандарт, вот, пожалуйста, дальний удар по такой погоде, по такому газону. Смотрим, Патрас Гуциев, естественно, он, рикошетик был, справился, раз, два. И вот здесь, ну как такой мяч взять? Кротов в подрезочке, аккуратный, верхом. Вот то, что надо в таких ситуациях. Вот такие удары уже не берутся, тут уже их нельзя сблокировать в подкате, потому что мяч поднимается, и вратарь не успевает тоже встать. Вот снова. Нет, не стал подавать, хорошее решение. Вот здесь нужна передача, вот она, передача назад. Еще нужен пас под удар. Удар, перекладина, и угловой удар. Вот это момент. Вот вам и ленинградец. Осмелела команда. Пошла. Четыре матча уже без забитых мячей. Ну а до этого Кубани забивал победный. Забивал Енисею. Ну об этом позже. Момент есть. Передача. Дальше надо давать. А может быть просто бить поворотом и мяч не закатывается. Мяч на линии останавливает сейчас Андрей Зайцев после серии рикошетов. Ну а Машуков забил победу также Енисею после гола. Ворота Кубани. По сути дела, три защитника сейчас и один опорник сзади остаются у гостей. Все остальные здесь за подборы борются. Классно играет Маркин. Дальше передача. Момент. А почему не пробить? Удар с левой ноги, штанга выручает ворота Алании. Кирилл Колесниченко. Будь он, наверное, все-таки правшой, пробил бы он сходу. А так перекладывал на левую ногу. Реализация сегодня у команды Сергея Кирякова проблем. Не хватает битвенного мастерства, хладнокровия. Ну, а Алания выигрывает в этом матче. Очень тяжелая победа с точки зрения игры. Наверное, далеко не лучший матч, но очень важный с точки зрения набора очков этот матч. Бывает такое, знаете, есть поговорка, лучше победа при плохой игре, чем ничья, либо поражение при хорошей.